Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я представляю вам очень востребованный виджет. Сейчас вы уже видите на своих экранах. Это движущийся фон по горизонтали слева направо. Вот вы видите, он движется. Кто-то давно у меня уже интересовался, как сделать такой эффект. Переходим в Adobe Muse. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. И у нас здесь есть настройка. Всего одна. Добавить изображение. И перед добавлением изображения я хочу вам кое-что сказать. Изображение здесь начинает повторяться, то есть дублироваться. И здесь лучше всего подойдет какой-нибудь паттерн. То есть это может быть маленькое изображение. У такого изображения края устроены так, что когда эту картинку продублировать, стыки видно не будет. И визуально будет казаться, что у нас просто одна большая картинка. В интернете можете поискать. То есть вы, например, располагаете виджет где-то здесь. Я нажимаю «Добавить файл», кликаю по ссылке. И вот у меня, видите, маленькое изображение со звездами. Размер всего 300 на 300 пикселей. Оно у меня продублируется и будет казаться, как будто одна большая картинка. Я ее выбираю, нажимаю «Открыть». У нас идет подгрузка. И мы сразу можем сделать предпросмотр в браузере. И у нас получается вот такая картина. Если вас виджет заинтересовал, вы сможете пройти на мой сайт, ссылочка будет под видео, и скачать данный виджет. На этом здесь все, и до новых встреч. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!